Ты помнишь, как мы в первый раз встретились? Хочу сказать тебе, брат, что ты полюбишь свою новую маленькую сестру. Маленькая сестра? Мне что, придется проводить время с бесящим гражданским домашним животным? С какой-то маленькой городской хиппи-собачкой? Ты, наверное, не очень много времени проводил с кошками. Кошка? Все еще хуже. Пикси, поздоровайся со своим новым большим братом. Большой брат! Вау! Вполне приемлемо. Эй, Рэндалл, поиграем в переодевание? Честно говоря, я бы предпочел, чтобы меня грузовик переехал. Да ты шутишь. Звучит же весело. Тебе понравится? Просто пошутил. С удовольствием. Будет весело. Да! Позже. Ух ты! И как тебе? Я выгляжу как полный... Тебе нравится. Потрясающе выглядишь. Мне нравится. Выгляжу потрясающе. Да. Пикси, ты случайно в грязи не играла? Что? Я тебя не слышала. Ладно, неважно. Воу, а кто здесь наследил? Да, это было очень коротко. Поэтому вот бонусный комикс. Эй, Хозя, прекрати так громко чавкать над своей козой. Что? Я не чавкаю. Ты чавкаешь прямо сейчас. Вообще-то да, очень невежливо. Хорошо, хорошо, я остановлюсь. Ведешь себя как животное. И правда, во имя всего святого, где твои манеры? Раз, два, три. Тридцать девять, сорок. Хорошо, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Брут никогда меня не найдет. Я выгляжу просто как куча листьев. Идеальная маркировка. Правильно говорить, маскировка. Что? Уже нашел? Как? Листья обычно так громко не говорят сами собой о том, как они похожи на кучу листьев. О, точно. А еще ты попу не прикрыла. Вот блин. Брут, я чувствую себя странно. Это как? Как будто я стала плюшевой игрушкой для продажи. Мне кажется, ты подхватила тяжелую форму 3D-моделирования от автора. О, это же образно. Что? Ты имеешь в виду заразно? Черт. Паркур! 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 Паркур? Тебе не кажется, что это далековато? Ты в порядке? Почти получилось. Это было даже не близко. Я однажды упомянул, что расскажу тебе, что случилось, когда ты станешь повзрослее. Помнишь? Что ты имеешь в виду? Ох, ты имеешь в виду про шрамы? Да. Ты не должен, если не хочешь. Нет, все в порядке. Там был я, Серджио и еще 6 человек. Мы шли в дом, чтобы найти плохих парней. Были ли там плохие парни? Были, но мы об этом не знали. Иногда они ведут себя как совсем обычные люди. До некоторого времени. Я первым заметил это. Все случилось быстро. Слишком быстро. Меня сильно потрепало. Но не так сильно, как Серджио. Он? Да, он умер. Это было очень печально. Это до сих пор печально. Но знаешь, время проходит, а с ним и боль. Жизнь продолжается.